Сотрудники полиции при содействии общественного совета при УВД и общественных организаций провели в детском санатории «Горный воздух» акцию по пропаганде здорового образа жизни. Среди участников – участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, ветераны вооруженных сил и МВД. Сначала ребятам предложили сделать совместную зарядку, потом поговорили о том, что полезно, а что нет. О службе в армии и полиции гости рассказали уже по просьбам самих курортников. На прощание все участники необычной зарядки получили приятные подарки.